А то он укушенный будет дамажить, хуярить. Сапсола босса он убьет. Готовимся. Вилаша. Так, да я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Отлично, Шалфир получил укус, кусаешь пресса. Все нормально, рассчитано. На первой взлетке прям не стремайтесь, друг другу укус передадите шалфир. Ну там кому-то, или не знаю, как там по таймерам будет. Кому-то двоим. И тучки сразу от греха подальше. Не раньше щите. Шалфир пэса. Следующие две полоски в другую сторону, где нет полосок, разливайте, готовьтесь заранее. Так, Песа, будешь кусать Мурзика, Муфика, Мифика, ну понял, да, нашего этого, который посох собирает. Вот, никто его не кусать, значит Шалфир ты будешь кусать, давай Вадикона. Вадикон прям с укусом, если будешь на взлетке, прям с... Любовку не забудь. Вот следующие тени 10 секунд, и после них будет фирма Тортис. Вот сейчас фир будем готовимся. Так, я буду давать что-то незыбку. Беги, малышка, беги! Дал незыбку. Спокойствие даем. Дальше. Только Песа говорю. Песа укусишь Бенстильнера. Остальные сами себе цели убираем. Укушу Хурика. Тени секунда. Угу. Осторожно, там тени не сдохни. Захильте его. Ну, хильте. Ага. Его опасно побежал, пиздец. Полидрин укушен или нет? Нет. Все, мифик укусит его. Слышали? А когда 8 на 8 будет кусать, там уже я не знаю, вас только бог спасет. Потому что это слишком дохуя инфы. Так что имейте в виду. Негр поможет. Вот кто-то укус, а вот. Передавайте, смотрите. Напомню, вот вас сейчас 8 человек укушены. Притон Мифик, Песа Бенстиллер, Шалфил Хуридринг, Хурюка Ваникон. То есть, если будете искать кого кусить, то ищите другого кого-то. Тени секунда, и после них фир. Готовимся. Вилаша, готовьте зыбку. Вот Оджи. Тени с него обязательно сдиспелить. Дубовку отдавай сразу. Перед фиром. Тени закончились, дубовку давай. Готовься. Геншин по себе зубы. И гимн. Шектор мастер аур. Блять, незыбка очень рано была, Вилаша. Эй, я глыбу еще отдай. Блять, не подохните, сука, ну захильте их. Мифик кусает рависта. А у меня стаки спали, сука. Сейф надо, сейф. Дайте какой-то мастер аур на тьму. Укусы передавайте. Сейчас тени будут, тени. Тени, секунда. На хп, на хп, шалфир, почитай. Выноси. Бидон. Выноси бидон. Все нормально, захилили. Все, 16 укусов есть, Геру даем, хуярим. Истерия 500 голд.
Быстро, кому дать? Он на хурику дам. Я сейчас плачу. Все, сейчас хилим на фул, прям максимально. Я, кстати, не зыбку сейчас дам, вот, нормально. Да. Тени 5 секунд, готовимся их вынести. Так, тени 2 секунды, готовимся. Седжи. Кош. Молодец. Ярим изо всех сил. 27 секунд до берсы. 11 лямов, готовимся. Если что, баба. Некромантка не укушена, если что. Да, некромантку в первую очередь, чтобы дамажить продолжить. Я укушу. Вот, и дамажить продолжаем. Если что, баблы готовьте. До берсы 10 секунд. Мы успеваем, в принципе, 2 ляма успели. Все, укусы передаем. Тени. Фул прожимы отдаем. Все. Молодцы. Щит упал. Щит хочу. Лужа, отойдите, такое всегда, когда, ну, Лана падает, все сразу, ну, в лут смотрят, что ж там багруха, ага. И 10 тел дохнут, нахуй. Молодцы, хорошо. У нас... Я специально упал. Пиздец, пацаны, вы хороши, блядь. Там, вот, нормально, отточили, так сказать. Так, типа. Yeah. Это в честь Дня Матери. Пошлите один твой на Синдру. На Синдру и не один даже. До упора. Мы, наверное, трэш будем бить все это время. Ну да, в принципе, пробьем. Мы самое хорошее сделаем, что портал откроем. До завтра. Да, давайте. Так что, ну, пару трайв мы точно... Ладно, на завтра. На Синдру или на профу? Конечно, капец, слайд-шоу было сейчас. Да, на Синдру убьем завтра и все. Или можно вообще убьем. Может даже убьем, да. Там бить-то нехуй, реально. Ох, и сука, токен проем, ебаный бах. А не помните, мы в 6 хилов убили Синдру? Да, вроде. Но у нас синтек не хилом не капталгал. А мы освобожденки очень часто раскидывал. Так, ну осколок я отдал, он все, пошли и побежали. Первого раза получается. Травму по ляму поисцеляла. Меня уволили. Так, давайте предварительно. Ой, блядь. Что у нас там? Не знаю насчет Синдры, но это после. Кто там на замене? У кого-то остался с этой планы. 370 тысяч мне показывают. 35 тысяч у Шалфира, 27 ДПС. Этот, кто там на замене в Диси? Лингрен. Давай, сейчас я ИП выдам. На связи вон еще. Кто там еще в игре? На замену. 3400 ИП получится. Так, ностальгия. Ты посчитал? Ну, 8 по 300 и за эту леди косарь. Так, 8 по 300. Вот смотри, если не считать леди, то это 7 по 300. Что это получается? 200. 100 плюс косарь. Косарь за леди это 300 и плюс лана. Это получается 3400, да? Ну да. А что за лану тоже какой-то босс, то что с первого трая? За лану тоже можно то, что с первого раза чуть больше дать. Да не надо. Давайте уже нормально, блядь. Люди что. Ну да, чтоб люди не огрелись лишнего потом. Лишнего не надо давать сильно. Так, тебе на рогу хорошо, сейчас. Прикиньте, сейчас из Синдра с первого бафтера, так только тьфу и упало. Так, пошли, заходим. Нет, тут всех нету. Сначала засумоним всех. Так, тебе на рогу. Злоб не ходит, в гиру ходит, ни хрена не получает, но при этом требует ДПС. Кто там? За ТТГ не получил, я ж не помню даже. За ТТГ чем мы получали? 1400. Где эта хуйня? Войт, а ты мне пятихатку скинул в ханту? Да, наверное. Ну, если я в объявлении написал, наверное, скинул.
за этот голд. Леха, у тебя другая фишка. Так что тоже полутал. Да не, просто он не падает. Вот один раз только упал. Кстати-ка, вот этот щит в обычке я всего один раз видел. Я тоже. Это получается Лану. Всего второй раз убили. Чего Лану второй раз убили? С первого же. А. Нет, я имею в виду вообще. Пошли, забегаем. Третий раз уже. Третий раз. Или четвертый. Это сразу скажите, кто задержится на полчаса? Ну там 3-4 там трая дать. Или кто не может? Кто точно не может? Трилтон. Нет, я не могу. Войт, я минут 20 и все. Полидринг. А, ну, тогда он уже замену будет спрашивать. Ну он Леху возьмет. Если Леха не свинтит. Войт, не забудь закинуть ХП за косарь. А тебе не кидал, что ли? Нет, я тебя знал, не кинул. Поговоришь? Да, но ШМ бустит, пиздец. Шектер, ну блять, ну и ник, ну у тебя раньше был нормальный, блять, сейчас пиздец какой-то. Гаслопата хочешь сделать? Это будет пиздец. Рофл будет. Звучит заебись, нахуй. Газ лопата, блядь. У него реально там что-то было такое, нахуй, вы прочитаешь, нахуй. Ну на газ начиналось, я и прибавил лопата, думаю, да и похуй. Бегите вон в этот треугольник. Вон, звездочку идите. Мы трэш сейчас в центр заведем. Не ходи к мили хуярь, я тебя спасу. Ты хочешь сказать, я тебя записал и не кинул тебе ЕП что ли на этой неделе? Нет. Я же тебе скрин скинул. Слушай, я не помню, я смотрел его вообще нет. Скрин. Мне показалось там... Кинул на накидывание ЕП. Мне показалось там накинул. Последний раз, 17 числа последний раз. Ладно. Да зайди в ЕП, у тебя журнал уже есть. Да не, это просто твой журнал, у меня же еще мой журнал есть. Может, записывай, когда ты в игре. Тебя просто... Ну тогда, если тебя в этот момент не было в игре, то ты не видел. Да, там не пишется, да, это только лук. Ну, Войт, кто начисляет, он все и... Ну вот у нас что, четверг было что, 24-е, да? Сейчас я промотаю. Какую-то вы мне, блядь, проклятую волю нахуй отдали, там он только на трэше проклят. Че, не проклято? А я тебе говорил, не бери. Так, ну вот я промотал. Так. Пока есть она время, с Алиэкспресс просто. Да, вроде нету тут накидывания. Ну-ка, может позже есть. Промотаем. Ты вроде начал начислять еще одну. Вот смотри, вот смотри, вкладка Сарь, вот у меня 25-го. Делаю тебе ответный скрин, вот смотри. Вроде еще с 23 числа начали накидывать вечером то. Где тебе? ПМ ща ебану. Вот Shift Insert. О, смотри в DC. Это мой журнал. Ну, когда я онлайн, я вижу все, что я накидываю. Ну, единственное, накидываю это только я. А когда если кто-то офлайн, он не видит. Ну, то есть он зайдет, он не будет видеть, что я накидывал. Ну, я не знаю. Закиньте лютому. Злобный, это что? А чё 500? Это чё, не хватает косарь? Ну, ещё 500 надо. Во, хорош. Наебать хотел. А ты... Так надо было дать 250 тогда ему. ГП. Можно и ГП. Да голду дам. Да блять, это всё заебись, но у меня тут так дохуя дел. Я вот сейчас здесь и пишу. А чё, мы будем Синдру троить? Так мы на неё вообще-то идем. Ну, да. А тебе ещё не нахидывал? На следующей неделе авансиком.
У тебя уже на следующую неделю есть, типа я тебе просто на счету не один пишу, два уже пишу. То есть, окей. У тебя на две недели уже есть. Вот видите, как все четко проработано, блядь. Ничего не пишу. А что, можно заранее накидывать? Ну да, может столько сырей дать, я напишу. На месяц, на два. Ты его глянь, начисление у Холи Дринка сколько на счету. А ты не забудешь серьезно? А если я тебе дам вот 50 тысяч, ты мне заранее сразу скинешь, сколько там ЕП выходит? Заранее сразу. ЕП не кидается. ЕП кидается по КД. ЕП кидается только по КД. Жаль. Ну, я тебе все равно не доначу. А бонку ты знаешь? Это было бы несправедливо, блядь. Да, по отношению это, к другим. Это не донат, это, ну, это так, приколюха, тем более, ну, бля, я сейчас сдох. Это не приколюха, это на расходники для Геры. Это добровольное пожертвование. Все правильно. Боешек же с Геры не падает. ТДК Войт, он бил с ДД флаской и нормально плана. Я с ДД? Какой? Я с ДД, Холидрин. Да ты латник просто. Ну да, там они... Латники всегда даже с ДД флаской будут. Кстати говоря, надо подсуетиться проту. И поните суммы! На сбой. ТСМ на этой неделе надо фласок наварить. Репоты закончились уже почти. Было 300 штук. Ну, то они дешевые, блядь. Такое чувство, что их сейчас дешевле покупать, чем делать. А почем сейчас на хосту? По 50 голды. Сейчас на хосту дороже, чем это, дикой маки. Чё, ну это кто-то поднял цену, блядь. Какой-то дебил. На хосту 52 или 57, а дикой маки 48. Ну завтра же упадет цена. Ну я брал было по двадцатке. Себе штук 200-300 наварю. Так, ну вот смотри, вот состав на вторую геру, допустим, да? Это уже есть на связи, и уже есть кто там еще второй ДК был танк? Тоже. Москва. Она по воскресеньям будет? Нет. Пока гера одна, надо лича завалить. Потом я буду... Ну, когда вторая, я имею в виду. Если суббота-воскресенье, то стабильно я смогу. А вот там, насчет других там, дней... Там посмотрим. Сейчас видишь, как дело обстоит. Сейчас мы ходим обычки еще, и мы их на 3 дня растягиваем. В идеале бы их на 2 дня сделать. Я не знаю, как... Это с утра надо тогда будет. Ну, да не, надо просто какие-то рейды убрать. Ну вот, например, ГМХМ можно упразднить СРС-кой. Это инсты, которые можно и самому собирать. Ну, то есть, пока что надо... То есть, видишь, в рейде спрос есть большой. То есть, 10 человек на печеньку всегда спрос есть. Да. Смотри, просто для 25-ки надо апать людям печеньками. Да. Так что пока что так. Пока что 3 дня на обычке. А потом, да, отвалится ГМКМ и отвалится РС. Да, обязательно отвалится. ЦТ-5 изъебить. Сейчас вот это будут рейды, ну, по собственному желанию называется. То есть Биг ДМ их могут все собирать. Полгильдии могут их собирать. Там нехуй, ну, вы сами в них ходите, там нехуй релить, там пиздец, хуйня. Биг ДМ и так, это, 2 или 3 на неделю водят. Можно собирать и делить голду и все. Да, на продажу можно. Главное, чтобы это по времени было удобно. Ну, у нас РТБ. Главное, чтобы танки были. Да, вот и тогда. Я могу целка сводить с осколками себе. Ну, ты имеешь в виду гильдейская? Да. Ну, если на. Сам поведу. Если на третье. Ну, это только если третья целка. А оно. Ну, с остатков каких-то твинов там. Ну а так первый. Под закрытие КД, там, в среду, например. Остался, то можно и помочь. Да, ну типа можно как вариант. Но опять же, к среде всегда хуёвый день, потому что там на сервере все нормальных персов вешают, когда. Так. Синтрек, нахрена ты встал?
тут лететь недалеко. Так, как да я уже почти резну. Помоните, уже. Сейчас давайте отойдешь. Хотел сказать, а чё Войд души не лутает? Не на сейве, блять. Так, надеюсь, так будете. Не заморозитесь, вроде нормально. Душ, если что, залутан. Лёха, ты тут? Да. Ну, готовься, если что, это заменишь. Смотрите, это самое... Вот эти две метки, это... Сюда ставятся две глыбы на взлетке. Их будет всего шесть. И еще две. Две слева и две справа. Ничего сложного. А на второй фазе... Все также звездочку, и когда в сторону скажу. Нихуя сложного нет, только самое главное правило. Вы тут все были, ну, кто не был, слушайте. Тут это самое главное, не сдохнуть ни на притяжке, ни на бомбе. И на второй фазе выполнять действие такое. Поставилась глыба в звезду, ваши действия. Вы стоите в кружке до тех пор, пока стаки этой энергии не спадут. Как только спали, два шага в сторону и дамажите босса. Если нет освобожденки, если есть освобожденка, стоите, чилите. Вот. Максимум, что можно сделать, это что-то типа БР или Иннер, но один стак и можете стоять в кружке. Ну, типа, он не убьет рейд, там 2000 урона получит. На связи выйди из рейда. А что, ну рейд? Так, а зачем мне тогда это позвали? А, это мы... На ЕП это плюсовал. Это на ЕП, не факт, что мы сейчас убьем. Я суман пришел просто. Да, да, без проблем. Это я ЕП просто знал, что это... А кого? Я-то обрадовался. Поставьте маги портал ему в Долоран. Да он уже камень заюзал. А, ну ладно. Так, это накикну пока. Ну если что, ну если ебанем, не знаю, там. Тогда и по еще 300 дадим. Это, ну может там 600, не знаю, в два раза больше. Это. Самое основное, смотрите. Там нихуя сложного. Не проебать танков на смене. Бить глыбы. Подбивать, смотрите, на глыбы хп. Вот, то есть рейд должен скинуть стаки, и только потом, и за каждой глыбой, не дай бог вы одну глыбу пропустите. Никакого не должно быть такого условия, чтобы вы пропустили глыбу. Никакой дамаг, вы забываете про дамаг, то есть ставится вторая глыба звездочку, вы встали в кружок, и там еще если притяжка, если вы знаете, что притяжка, вы стоите в кружке, ждете притяжку. Как только притяжка кастанулась, и вы за глыбой ее не получили эффект притяжки, вы уже шаг в сторону и дамажите. Следующую глыбу ставят, вы опять в кружок, скидываете стаки, и потом шаг в сторону и дамажите. Это только для тех, кто без освобожденки. То есть освобожденки курит. Вот, и так играем. Ну, там, конечно, будет влиять очень сильно, какой у нас ДПС. Кто сдохнет, кто нет, это будет очень сильно влиять. Попробую. Так что... Остались саппорт? Давай обмен войну. Да, остались 9 штук еще. Кидайте трейд. Вон рыбка стоит в колоде. Так. Чек на пул. Нихуя сложного. Имейте в виду, у нас пару трая всего. Там уже будут люди уходить, а потом, я не знаю, 2-3 трая может. Ну на завтра настраивайтесь, мы ее завтра охуярим, захуяриваем. Нихуй бить. А завтра не будет. Работаю. Припоты только пейте. Сейчас запускаем, подходим. Блять, фросвизист не одел. Все одел. Когда я смотрю на небо, я вижу Синдрагосу. Тяжко будет, да. Скоро нам поближе ставить. Такое ощущение, что мы в скриптах, блядь, на паладина. А, блядь, а у меня ощущение, блядь, что мы 3-го и 6-го хила не спекали, да? Спекали. Кого? Призм, я уже еще. А, хорошо. Беги, малышка, беги! Так, меточки. В звезду, в кружок. И две слева, две справа. Звезду для танка не вижу. Кружок, две слева, две справа. Так, справа падает. Метки бить надо, напомню. Урон здесь глыбы убивает, так что не ловите.
Вот передняя не подбитая вообще стоит. Где по ней? Доток киньте по ней немножко, чтобы, блядь, было проще вам потом. И последняя, четвертая, где падать не вижу нахуй. Так, отлично. Ну со скрепами получше надо. Ну, пойдет, но получше надо. Чтоб синдру больше бить. Очень важен дамаг именно в синдру. Равис что-то 7000, Равис что-то хупело, что там, освобожден в духе? Беги, малышка, беги! В звезду метку. Кружок. Две слева, две справа. Ну а что, в кружок нельзя было, да, занести? Я понял, нахуй. И не отбегайте далеко от глыб. Вот, злобный, поздравляю тебя, блять. Как дела, нахуй? После, как сядет босс... И глыбы бить надо, если что. Они у вас фловые стоят. Вот вы понимаете, отдаете себе отчет, что люди там задохнутся. И вы будете вместо синдры переводить глыбы, нахуй. Четвертая, если что, падает. Вот так, для справочки. Центральная фуловая стоит. У нее хотя бы половина должна быть, блядь. Этот, рви стресса злобного. Вот, вместо синдры мы, блядь, глыбы хуярим. Стресса злобного. Фулмаф по злобному. Хуярим. Инрок себе, ибо не злобный, а то пиздец. Вот это к слову о том, что нельзя умирать, да, на бомбах. Притяжка сейчас будет, готовьтесь. Сейчас третья взлетка. Freedom. Звездочку. Одну звездочку, одну в кружок. Две налево, две направо. Вот, заебись. Несложно же. Справа падает. Метки сразу подбиваем. Время не теряем. Слева падает. Справа падает. Это третья. Подбавьте по крайним. По крайним подбавьте. Четвертая справа падает. Готовимся. Вот упала. Зерглыба. Зерглыба. Сейчас уже будет скоро фаза. Куда падет, ёбаный? Не знаю. Есть. Так. 40%. Внимание, готовимся. 39. 4% до фазы. 36. 1%. 5, 4, 3, 2, 1. Фаза пошла. Первую звезду и сразу разбить. Милики, можете уже уйти. Дотки обновили, ушли. Звезду и сразу его разбиваем. Вилаша сразу скинул, сразу пошел менять. Все так же, как в обычке. Хилим только танка, блять, хорошенько. Так, теперь на Вилашу переключились хилы. Следующую звезду будет притяжка. Забрал, нет? Забрал ты. Ну ты не забрал.
притяжка будет, готовимся. Глыбу до половины, аккуратно. Милики, отходим. Беги, малышка, вот. Беги. Как притяжка кончится, сразу глыбу зергаем и следующую затую сразу разбить. Все, иду менять. Видал, что захиливаю. Ледяной шар в Хулюка. Сразу его разбиваем. Впереди меняй. Не скидывай. О, какого хуя? Вот кто там лишний? Бомж. Холидринг. Ну что, нельзя, блядь, ну что-то сделать, чтобы не получить влево, вправо, вперед под босса. Ну ты потерял дамаг свой просто. Следующую звезду и сразу разбить. Иду скидывать. Вилашу хилим. Не заборойтесь. Не бегайте так. Вот он поставил. Вы уже вот в 20 метрах. Вы уже, вот смотрите, я уже возле глыбы, я уже могу босса бить. Вот секунда скидываю. Следующую опять звезду и сразу разбить. Так, иду менять. Все просто делаем четко, как по накатанной. Звезду и сразу разбиваем. Танк лечить. Сразу разбиваем. Если что, могу прожаться, скажешь. Так, следующую звезду будет притяжка. Сейчас звезду не бить. Милики ушли. Ушли быстрее, не заморозьтесь. Внимание, притяжка будет. Внимание, стоим ровно в кружке. Да ебаный в рот, нахуй. Ебаный бах. Бежим, бежим, бежим. ТМА сдал. За это глыбу разбиваем. Глыбу разбиваем, сейчас порезаем. Это. Немножко вот тут поставлю. Правее. Шалфир на ХП. Меня разбивайте. И после меня следующую звезду и сразу разбить. Вилашу хильте. От Жереса и Синтека. Синтек, Вадик, он вылетел. Синтек, ресни шарарника. Иду менять. Следующую звезду и сразу разбить. Шалфир звезду и сразу разбить. Точку нажмешь. Ближе, 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 ставь, ближе. Вилаша, дай не зыбку. Лучше РДД ресник. Хорошо. Синтек, ресей, муфика. Давайте. Давайте, собрались, я вижу, что выкинуло. Глыбу, звезду разбиваем, быстрее звезду. Звезду неси, милики ушли. Ушли, 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 быстрее, звезду. Все, сразу разбиваем его. Все, спокойно бьем. Синтек, муфика, ресни. Ну вставай, муфик, ебаный в рот, захильте его. Мне не резали, синтек глыбе. Ясно. Хорошо. Злобный друг, звезду сразу разбить. А, нет, не, будет притяжка, наебал. Готовимся. Я не в глыбе, я его, блядь, резнул. Да ебать. Это пиздец, нахуй. Я понял, ну, это баг ебаный. Я не знаю, как это фиксить, нахуй. Но вот это реальная залупа, нахуй. Блять, вот потом я им еще скину на форум это говно, и там на видео будет админы, дауны, ебаные, говно тупое, сука, дерьмо, блять, пидоры, негры ебаные. Я как бы в глыбе, но я стою посередине. Не, ну извини меня, нахуй, но два раза это говно повторяется, я не знаю, как это фиксить, нахуй. Это все тупо дырка в текстурах, грубо говоря. Ну, блядь, вот это... сейчас убили просто на... Я даже, нет, там не в дырке дело, там дело в таймингах. Они сдвигаются... По сути, они не должны сдвигаться. И это можно пофиксить только единственным способом. Поставить глыбу и не бить ее специально перед притяжкой. И набить ебало тому, только ты писал. Да, нахуй. Уебки ебало. Не, так все хорошо. Все делаете, все нормально, типа босс убивается. Но вот это именно залупа, это, ну, не зависит от нас никак. Я, знаете, что... Берите Хэла, я пошел на замену. Я, знаете, что думаю, блядь, что-то травить неохота сегодня, давайте отдыхать. Ну, на форум, блядь, не рубили, блядь. Алло, алло, давай ласно. О, с РТ кончилось. Какой, блядь, чилить? Мы сейчас убьем ее, нахуй, она сейчас упадет, блядь, она почти сейчас упала. Ну, это давайте. Не, я не против, типа, ну, давайте попробуем. Не, если кто-то уходит, там много людей, то да, можно чилить, но почему бы не потравить, если мы можем, если, ну, голосование бы не ставили. Давай, Холидринг уходит, да? Только. Да, да, да. Вот, Холидринг ушел. Щель, который в прошлый раз находил Песа. Смотрите, я объясняю. Там эта вся фишка из-за того, что он дает сначала притяжку, а потом эту глыбу кидает. То есть глыба не стоит в тот момент, когда он дает притяжку. Поэтому он притягивает и глыбу, и воздуху ей дает глыбу, и рейд весь притягивает, нахуй. То есть это, ну... Всем спасибо за рейд, пока. А, давай. Давай. Кто там у нас с замены идет? Без воды? Да какой без воды? А, нет. Лингер? Лингер, где? Ну, мне палом бить смысла нету. Лучше, наверное, шаманом побить. Проще будет. Давай. Кем ты больше дашь?
глыбу оставляем вторую, да, того, как я была. Сейчас не попробуем. Ломаем, да? Вот это первая нормально идет, потом вторая, вы видели, да, хуйня пошла. Потом и третья такая же хуйня пошла. То есть надо будет. Ну, это уже чего? Там короче, если что, надо быть готовым убегать. Чего еще раз злобный? Хукмастер пишет, что Invisible есть на замене. Так, ну а посмотрим по дамагу, кого можно сменить. Может, кого убрать можно слабого по ДПСу? Ну, можно злобного отправить почилить, да? Как ты думаешь? В смысле? В смысле такой? Ну, Седжу меньше дал, там, вон, 8 тысяч. Топа десятка хотя бы. У Хукмастера 10. У Хурюка 12. Хурюк 2 по ДПС. Invisible, ты как с тактикой на это синдру? В Дисе? Главное, чтобы с тактикой было. Заебись, да? Пойдешь вместо Седжу? Давай Седжу сменим. Пойдешь, да? Надеюсь, от ДКшника больше дамага будет. Ну давай Седжу почиль тогда. Ну как я, блядь. А у ДКшников же стаки не набираются, да? Набирают. Пореже, чем у Роги набираются. Потому что магия у них, ну, в перемешку идет. Мы просто их зеленкой снимаем. А что ты Седжу не хочешь почилить? Я говорю, портал дайте. Дайте магии портал Доларан, прием. Он дают. Ну, это, посмотрим. Там прибавится Токропаль, наверное. Ну, если он как Хукмастер дает и прибавится еще там пару тысяч. А если как вот Хурик... Вот ты конч! Забыл я чекнуть, куда ты дал портал, ублюдок. А вот! Всегда на концентрации нужно быть. Ну, еще тебе голды попроси занять. Да ладно, что ты маленький. Зато там не лагает. Ставлю рыбу. Invisible, я специально, тебе... чтобы тебя не крашнуло. Типа... Тебе не надо сопротить? Я убрал уже патч Гринда. Invisible. Ну, просто не за что. А, у тебя есть домашняя, да, нормально. Так, ну, все то же самое делайте, только злобный без смерти на бомбе. Это обязательно. Все то же самое исполняйте. Вы видели, все это по кругу идет. Все, блядь, пиздец, изи. Вот. А кулак кто-нибудь раздаст? Обязательно. И это, ну, паладина 2 стало вместо 3, так что раскидайте как-то бафы. Я на касках. Понял, блядь. Этот, короче, смотрите, первая притяжка, вы мне напомните, кто-то там, кто не засыпает еще, напомните мне, что первую мы ставим, ну, то есть вторую мы ставим, мы за ней прячемся спокойно. А вот те, которые... Там чисто от меня зависит. Последующие. Да, надо будет, вот когда вторая притяжка и третья будет, надо будет глыбу до той глыбы, на которой притяжка, надо будет не разбивать. Вот. А человек не задохнется там? Ну, блять, по сути шансы задохнуться у него есть. Вот, ее подбивайте там процентов до 70, но аккуратно, чтобы она живая была. Чтобы это был как дополнительный щит, чтобы вас не притянуло. То есть весь рейд ебаный не притянуло под синдру, когда она, ну вы поняли, блять. И вот эту вторую он уже поставит, и уже тогда мы ее подразобьем. Ну, каст притяжки пройдет, мы ее первую разобьем и вторую, соответственно, разобьем. Дальше пойдем играть. Ну хорошо, если такая хуйня повторится, если все люди свичнутся чисто за глыбу, там по сути не успевают забежать за глыбу. Потому что не должны умереть все. То же самое, типа как на взлетной фазе. Притяжка но... бьет через да. глыбу. А, бьет, понял. Да. Вопросов ноль. Пошли, запускаемся, готово. Челик рассказывал, я его так обломал, блядь. Обломщик. В натуре. Эй, рыбу не поел, нахуй, ебаный в рот. Все, блять. Все, вайп. Натурин. Все только от вас зависит. Вот реально, тут ну, на самом деле нехуй играть, легкий босс очень. А я дерьма не потерплю. Никакого нет. Кого сейчас притяжка будет? Готовимся. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не
одну звезду, одну в кружок, две слева, две справа. Ёбаные бегуны, нахуй. И кружок пустой, блядь. И метки бьем сразу, блядь. Пули они фуловые стоят до сих пор. Справа падает, вторая. Где падает? Не вижу, нахуй, сейчас сдохну, блядь. Или право, право. Центр, лево. Четвертая упала. Два... Тех, кто хотят убить босса, нахуй упали, блядь. Этот злобный быстро притона ресы. Притона, вот отлично. А кто это его рес? А, это ровист. Злобный отставить. Хорошо, что не потратил. Фулбаф. Да, я смотрю, я вижу то, что уже ресурс. Хорошо, фулбаф по ним, каску, лап, пристабаф. Обновите. И дамажим дальше. По призону обязательно кулак. Не могу, освобожденка. Блять, один стак не убьет никого. Притяжка скоро будет, на этом месте после дыхания. А чё за залупа у меня с ХП? На вот на мне... Чё-то когда... А, это фрошмот, я забыл. Хм. Хотел дайматься. Да и вара нет с криком, блядь. С критом вара нет. С криком на ХП. Крит мне похуй. Одну звезду, одну в кружок. Две слева, две справа. Ебать, тапки есть, ума не надо, блядь. Слева падает. Там же. По центру. Это третья, если что. Смотрите на ХП глыб внимательно. Не разбейте раньше времени, нахуй. Я вижу, у вас там уже звездопад хуярит. Вот сейчас прям, блядь, на ниточке. Значит, некромантика, притон. Значит, некромантика. Мама. Скастуешь. Я по злобному скастую. Я на Войджи уже дал. А, хорошо. А мифик у тебя есть? СС. Мифик СС есть? Притяжка сейчас будет. Там, когда глыбы будете ставить, мифик на водикона даже если не давал. А, СС я по тебе давал в прошлый трай, я смотрел, у тебя ХП падало. Хорошо. На Войда падает ХП, что же это такое? Что-то я распереживался. 1% до фазы. Фридом. Одну звезду, одну в кружок, две лево, две право. Нихуя бесов толпа. И смотри, не лагает. Что там ФПС? 36 кадров, да ну нахуй. Справа падает. Ну какой-то гений сзади меня встал, блин. Кто сдохнет, тот пидор. Я за глыбой стоял. Тихо. Это щели. Так, значит, когда садится будет босс, водиклон... Но мне СС пишет. Хорошо, ты СС настанешь. Синтек есть СС? Ну ёбаный в рот, это что, сейчас звезда умрет? Слава богу, нахуй. Так, отжи ресать. Отжи, отжи синтека ресать. Ты оставь пока. Блять, рано отдал. Готовимся, фаза 3%. Синерки себе заливайте, давайте. Подраздупляйте сейчас. Фулману себе сделайте. Так, пошла фаза. Первую звезду и сразу разбить. Смотрим внимательно. Все на автомате делаем. Главное сейчас не проебаться нам с притяжкой. Притона сразу разбить. Ёбаный в рот, как меня пробило, бля. Сразу разбиваем.
Сразу скинул, сразу меняй. Ага. Следующую звезду будет притяжка. Так вот же. Это нажми, как она называется? Блять. Ёбаную дубовую. Так, стоим. Захилимся на фул. Вилашу. Ну поднимите, но он умрет сейчас нахуй. 5 хилов. Метку неси вперед, звезду. Это может. Отбегай, ставь звезду, отбегайте все оттуда. Ставь звезду. Притяжки не было, сейчас будет, наверное. Вот она, отлично. Подбивайте уже глыбу. Я иду менять. Так, иди. Следующую звезду сразу разбить. Песа. Не заморозьтесь лишнее. Только лишнее не морозьтесь. Все нормально. Мы успеваем под берсу. У нас 3 минуты еще с половиной. Спокойно делаем. Так, следующую звезду сразу разбить. Так, ага, ухожу. Так. И Вилашу. Главное, переключайтесь танков. Сразу разбиваем. Вот еще одну следующую сразу, и уже следующую будем страховаться. Так, не скидывай. Шалфира звезду, великие ушли. Дотки обновляем по максимуму. Нормально, даже походу без Гера убьем. Так, сразу разбиваем. И вот уже следующую. Надо было, сука, на этой страховаться. Пишет сейчас притяжка типа. Давай беги. Кто там? Неси. Сука, притянет? Нет, я не знаю. Фух. Сейчас должна быть притяжка. Готовимся. Вот, отлично. Готовимся. И Вилашу сейчас захильте после дыхания. Все, я иду менять. Разбивайте сразу. И следующую звезду и сразу разбить. Давай. Кто сдох, блядь? ПС, нахуй. Звезду. Сразу разбить. Ёбаный в рот, нахуй. Ой, ты что закрутишь потом? Сделай, блядь, скрин, отправляй на форум, нахуй. Ну, это какая-то хуйня. Мы 100% бы убили. Второй трай уже. Заглядей потом на форум это все. Ну да, видос есть. Я типа не это. Она что, типа, бочиной дыханула? Ну, да, типа, да. Да, боком. Непонятно как, блядь. Может оно. Блядь, не одно, так другое. Пошли, да? Еще. Пошли еще, все хорошо делайте. Босс несложный вообще, от слова совсем. Вот только мы вот эту хуйню. Ну, повезло с метками, нормально. Сейчас еще давайте. Повезло с метками, не повезло с дыханием. Не, ну так-то да, дичь полная, нахуй. Нет гарантии. Или просто админ какой-нибудь глумится над нами. В инвизе стоит петушара, блядь. Негры ебаные. Жестко, да? Админ млад. Интерменши. Ну сука, залупы. Ой, залупы ебаные, нахуй. Жрите рыбу. Там клык мой лежит, нахуй, если чё, блядь. Ну это понятно. Да вот клык им надо как раз и дать этим админам, блядь. Там ТБЛ, в смысле? Не ТБЛ, а клык Синдрагоса. Там коготь будет. Коготь. Пока что она нам на клык дает. Ну да. Потом я на клыке ей буду давать. Да, все там лежит, но только босс не лежит. Давайте, бегите еще, блядь, трай, раз настроение есть. Пока держи. Сегодня должно быть первое убийство. Слушай, а чё так в обычке нельзя играть? Вы сейчас играете так нормально, нахуй. А в обычке ловите урон, блядь. Расслабляет. Да, в обычке там... этот урон не убивает. Можно. Там другая пачка просто, блядь, наполовину. Тогда, блядь. Ну там и мифики всякие ловят уроны, блядь. Бычки рофлят, потому что... Он и тут ловит урон. Злобный, он не умирал бы. Ну просто это же наше время, блядь. Вот 5 часов в рейде совсем не, ну, не круто сидеть. Так-то обычка на 2 часа проносится легко. Хукмастер, где он? На форум пошел. Пешком. О, встал. Жрите рыбу. Фулл баф. Все были готовы, если что, там 10 секунд считаю и начинаем. Чё по СС у меня есть? Через минуту на лоджи кину. СС есть, дал мифика, сейчас я... Блядь, злобный, ты где нахуй? Бегу. Где ты бежишь? Ты сдох, блядь. Мифик потом кидает СС. Этот что-то пиздануть хотел. СС у вас есть? Да, у меня. 20 секунд.
У тебя мистери есть, да? Да. Так, кидай на... Синтека. Давай, похуй, на синтека. Некромантика есть? Сейчас будет, на оджи кину, через 5 секунд. Так, кидай... кидай на рависта. Хорошо. Притон кидай... Кидай на злобного. Через 2 минуты тогда кидай. Ага, ну да, кинешь там в бою. Надеюсь, он первой глыбы не сдохнет. Проверка и начнем. Да я за глыбой. Короче, был. Никто не засчитает. Да, можно даже не... Это все неправда. Ты выпрыгнул. Все мы за глыбой дохнем. Я не выпрыгнул, я там, за глыбой стоял. Там твое ухо совиное выглянуло. Нос, клюв, что-нибудь обморозил, блядь. По-любому. Летит тварюга, смотрите. Проф тоже простой, да. Ну, мороки, конечно, с слизнями нахуй. Ебаный урон, блядь. Инвизибл дохуя дамажит. Курика обогнал. Беги, малышка, беги! Да ё-моё. Бичи, бля. Так. Вставай быстрее. Метки ставим. А, вдвоем. Так, злобные. Нихуя вы когда-либо эры, блять. Как-то чудом каким-то прям договаривались, что ли? Глыбы не забываем бить, справа падает. Третья падает. Справа. И четвертая, последняя, готовимся. Справа. Блять, раньше времени не разбейте только. Осторожно очень. Вы чё, ебанулись? Найс, а как это так получилось? Дикон ресы. Чё за хуйня? Не ресы, его дикон, блядь, там ровис дал. Блядь, вы чё такие, нахуй? Здесь я портанулся, я портанулся. Да всё, не объясняй, блядь, нутра идёт, не надо. Не надо это. Всё понятно, ничего страшного, мы же ГП сейчас не даём. Ну просто реально бесит, нахуй. О, всё, ничего страшного, бывает. Фридом ебаните кто-то. Ой, блядь, не успею спрятаться, будет заебись. Справа падает вторая. Так, справа близко. Ой-ой. Бичи, блять. У нас два БР есть или один? У дикона один, да? У меня нету. А, вот именно. Это вот когда Равис дал без команды. Я говорил в дикона, и вы проебали два БР в одного человека. Поздравляю, блять. Как вам, интересно, да? Мне тоже, блять. Два тела лежит, нахуй. Вот и играйте как хотите, блять. Курюкух, мастер, как дела, нахуй? Я тоже думаю, что хуёво, блядь. Ну, не знаю, нахуй, ну... Чё вам сказать? Сейчас, после притяжки уже... Будешь хурюка резать. Когда отбежишь, притяжка придёт, хурюка реснешь. Он был раньше, конечно, ну ладно. Резай хурюка.
фулл баф по хулюку. Фулл баф быстрее захилить. У нас кулак пристабав быстрее, кулак. И фулл ДПС. Ну, 50 переведем, в принципе. Звездка будет. Вместо 44. 44%, вместо 40, блять. Фридом. Где фридом? Алло, блять. Ебать. Ну вы что там с фридомом дрочите? Что, нельзя, как она взлетает, кинуть? Прошу, у меня один стак. Вот, все. Ну, можно даже не пытаться, да. Потому что это танк и ПС. Короче, молодцы, все охуенно, но я сегодня больше не буду тратить. Это все было круто, но вы уже устали. Первые трали были, ну что, мы успевали после ванны. Первые три трая было заебись, никто не умирал. Мы меня убили. А потом началась залупа какая-то дикая. Вот завтра. Всегда. Вот завтра будем продолжать, но уже с ГП. Потому что я видел, как вы можете играть и какая залупа может исполняться. Вот как Хурюк сейчас, вот мастер. Сейчас ГП не будет, но на сегодня все. Пацаны, спалились, закрути блядь, что умеем играть. На форум. Может, они тебе что-то ответят, скажут. Ну, слушай, я не знаю, ну... Они ответили, сказали, они не помогут. Ну вот, видишь. Надо, да, чтобы было, залупа, типа, они... меньше 10%. Было 16%. Так, давай дать еще что-то за эти траи, за доп. Время, за какое-то, не знаю, сколько дать. 500 или сколько? 300? 5000. Да, все получились. Давай, да, не сколько, каждый свой получил уже. Да, 3400, ну, так-то я уже начислил. Ладно, все, тогда расходимся. Это вопрос на засыпку. Я, блядь, ТТГ ходил, по-моему, только друидом, и у меня 4 перса без КД, я про десятку. Тут ТТГ пойдет, блядь. Ну, я...